Мы жители города Алматы. Мы все уникальные. Давайте знакомиться с моей историей. Мы живем в мире, где экологические проблемы становятся все более актуальными. Я эколог, экоактивист, исполнительный директор общественного фонда GreenUp.KZ. Много лет работаю в этом направлении, привлекая внимание общественности к решению важных экологических проблем. Мы организовываем эко-субботники, эко-акции, проводим обучающие мероприятия, делясь практическими советами. Являясь сооснователем движения Recycle Brugge и соавтором подкаста «Экология без паники», я стараюсь привлечь к нашему движению молодых людей, ведь каждый из нас может внести лепту в деле защиты и охраны окружающей среды. Давайте объединять усилия, чтобы сделать нашу планету чище и лучше для будущих поколений. Присоединяйтесь к нам в этом важном деле. Вместе мы – сила!